Покажу вам історію про тіпа, який вигадав мем «Русські йдуть на Донбас». 2 роки за півхвилини. Насолоджуйтесь. На Донбас! Русські йдуть за победой! Врач мене послала на... Прям так і сказала. Пошел на... Мне сегодня отказали в лечении. На данный момент гноятся ноги, потрескались все руки. Повестка, военкомат. Прибыть до... Сегодня с утра ко мне пришли и вручили повестку. Я горжусь тем, что я русский. Русские никогда не были трусами. Нам дают понять, что мы в своей стране ничего не значим. И за любое видео, в том числе и за это, меня, скорее всего, вызовут в прокуратуру. Вот увезли товарища за то, что пожаловался на медиков. Русские идут. Мы победим однозначно. Воюешь за какую страну? Россию. Положение в криминальном мире? Китов.